честно. Пойдем. Пойдем. Извините, а можно к вам обратиться? Буквально пару вопросов. Что вы делаете на девичнике? Централ Айтамас. Мода, дорогой. Ой, молодец. Мода. Это хорошо, это хорошо. Я говорю, фэшн моя профессия. Гламур, не гламур. Гламур? Гламур есть ли в Казахстане? Здесь, в Алмате есть? В Алмате есть, а вообще в Казахстане? В Казахстане не везде, наверное. Не везде. Біздің французский домның үйінде красивая жизнь дегенде шоу. Итак, я еще раз повторюсь. А вы очень красивая. Да. Привет. Здрасте! Приятного вечера! Чего ты сюда пришел? Иди отсюда! Это моя территория, братан! Да? Дамы, вы не против? Давайте, только я видео снимаю. А давайте поболтаем. Давайте. Я возьму салфетку и вы просто обязаны у вас взять интервью. Интервью просто обязаны у вас взять. Интервью? Да. Я представитель сладостей. Ой, вообще круто, по вам не скажут, кстати. А можно? Пойдемте прям к вашим сладостям. Пойдем. Представитель сладостей. Давай. Пойдем. Партнеры, стреляй. Простите, пожалуйста. Красивая жизнь. А что вы делаете на девичнике? Я влюблен. Просто я, знаете, я смотрю. Да. А, вот в чем сидел. Да. Решили, у него выбора не было. Вы решили повыпендриваться, что у меня есть мужик, вы вот типа все без мужика. Да, бинго, а не позавидуешь. Ой, круто вообще. Женя, сейчас посмотрим. Все должно быть очень красиво. Все? Раз, два. Салем, салем, до старс, с бембеги. Все должно быть чертовски красиво. Салем, салем, до старс, с бембеги. Назиба Максутова, және Казахстан медиа академиясы. Бүгін біз Яна Бабрыка фэшн показына келдік. Сен туралы әңгіме... Нет. Централа нет. А ты местный? Алмати, прям алматинец? Алмати. Или из Копчегая какого-нибудь? Нет, Алмати. Прям алматинец. Просто по вам видно, вы красивые. Да, где вы не, ну ты не очень, прости. Да нет, где вы посмотрели? Пам-парам-пам-пам.